Добрый день, дорогие подписчики, с вами Донтус Пирогов. И сегодня мы будем играть очередной раз в Зельду. Что ж, давайте приступим. Что ж за обновление здесь такое? Так, мы, значит, попали к лошадям. К лошадям попали. Смотрим, что у нас тут происходит. Что это? Лошадь-то я уже купил вроде. Что же еще можно было купить? Как не лошадь? Лошадь мы купили. Смотрим, значит, эта точка. Тут какой-то чувак идет. Нереально крутой. Что же с ним делать? Наверное, это какой-то продавец. Стрелы возьмем. На самом деле же брать нечего. Надо было мне, по идее, вернуться. Блин. Вот сюда. Да, купить полный комплект одежды. Ну, погнали, чуваки. Одежду мы покупали здесь вроде. В этом месте. А, не здесь одежда. Где же я покупал одежду-то? А, я вспомнил. Там была чуиха одна. Вот здесь, наверное. В этом месте, да. Я купил одежду себе. Вот надо докупить этот броник. Вот эту маску. И вот мы все потратили буквально. Буквально все. Теперь мы выглядим как ниндзя какой-то. Пипец. Нифига я это купил. Теперь давайте отправимся куда-нибудь в башню близнецов. Так. Вот наша башня. Здесь где-то у меня моя лошадь должна быть. Только надо написать на карту. Лошадь находится тут. Мне надо повернуться в ту сторону. Ну, погнали. Вот опять эти макоблины сидят. Сейчас мы им дадим люлей. Бах. Получайте, макоблины, снова я с вами. Кого ты позовешь? Никого ты не позовешь, гад. Сюда иди. Ах ты, гад, ты взял супер меч. Ты, по идее, мой меч должен быть. Какого хрена я сдох? Ну, конечно, у нас тут пол жизни, блин, нету. И жрать особо нечего. Осталось все, что я тут наготовил. Ушло. На!
Меч я заберу себе, гад. Ну что ты скажешь? Ах ты. Меч у меня оказался, ты гад. Меч у меня. Теперь я беру его. И уничтожаю этого бокоблина последнего. Он же в море, походу, там умер. Я туда не полезу нахер. Кто меня там закидывает? Снизу. Ну давай, давай, подходи. Вот тебе супер крутой мечом. Получил. Вот это меч, то что надо, блин. Понимаю я. Классный меч. Так, где же моя лошадь? Может это приготовить? Пожарить мясо. Стоп. Сейчас мы тут мясо вот жарим. Да, да, да. Мы пожарим мясо, мясо, мясо. Шашиш-кебаб. Еще грибочки. Что-то нереально я приготовил. Фига там даже сердце дали. Нормально, блин. Вот это я приготовил ништяковую штуку, да? Вообще в натуре, блин, крутая штука. А это что? Сейчас тоже приготовим. А, сомнительное блюдо, ладно, срать. Идем дальше, что мы? Надо эти бароги собрать. Этого последнего загасить. И идти дальше, смотреть, что происходит здесь. Ну-ка, подходи, гад. Меня еще отнесло, блин. Не, гриб съел. Ну нафиг. Хорош у него меч. Ну-ка, подходи сюда. Мой меч. Еще один гадус терется. Все занято у меня. Все занято, как обычно. Ну ничего. Мы сможем здесь все пройти, преодолеть. Стреляет в меня, да? Ну ничего, сейчас мы вам покажем, где что. Он сломает меч знаменитый. Меч. Блин, сколько этих. Вот меч крутой. Не смей его кидать. Иначе мы, блин, дураки. Подохнем. Я за лошадью вообще приходил, по идее. На лошадь я так и не вижу здесь. Где же моя лошадь? Буреночка моя дорогая. Сейчас мы посмотрим на карту. А, ну вот мы на пути, в принципе, к ней. Все правильно, идем. Идем к лошади. Ого! Это кто, блядь? Каменный глыбник!
Какого хрена он здесь появился? Я с ним не справлюсь, вы что творите? А что мне делать? Мне надо кидать, закидывать бомбами, по-моему. Ну давай. Ох ты, гад. Да ему насрать, походу. Этому голубнику. Этому голубнику пофиг вообще. Его ничего не берет. Мне надо сломать вот эту вот. Залезть на него. Где вот с этого можно прыгнуть? Блять. В натуре. Иди сюда. С этого пригорка можно прыгнуть. Бля. Я трупан. Поэтому я бегу нафиг отсюда. Подальше. От этого места. Нужна лошадь. Лошадь все правильно, но где это? Голубняк. Ни яблок, ничего не пожрешь. Надо отсидим. Ну еще эти уроды. Мы брали у них что-то. Я к ним не пойду, хотя лошадь моя там стоит. Они резаются заново, блин, сколько можно резаться. Пошли нахрен. Пошли нахрен от меня, гады. Я вас уничтожу. Тихо, тихо. Каменный голубняк. Тут уже все. Тут уже будут уроды побольше, потому что... Здесь мы проходили. Тихо, тихо, чё, мы застряли, что ли? Ну-ка. Ну-ка, проходим. А-а-а, бля! Чёрт, так не это. Как мы сюда попали? Я же сдохну нахрен. В натуре. Что это? Только не этот урод. Говно. Нормально мы попали, конечно. С этой лошадью. Просто нереально. Еще никогда так не играл долго. Лошадь. Жесть, я запорол лошадь, кажется. Придется устанавливать ее как-то через этот. Да, устанавливать придется. Что такое? То я помню. Этого чувака я помню, да, он был.
Он был со мной. Ну и ладно. Сейчас будет, наверное, кроволуние опять. Или нет? Что же будет? Что даст мне? Подскажет мне о следующем событии. Посмотрим, куда можно топашиться. Халия там был. И сюда можно. Посмотрим, что у нас там. Мы проходили это. Вот это деревня. Тут, короче, всякие эти монстры обитают. Что у нас тут? Магазин. Так, обычно кровать. Идите нафиг, я не хочу спать. Я не хочу спать. Мне это не нужно. Я уже выспался. Вполне себе выспался. Теперь надо идти на этот остров. Посмотрим, что там находится на этом островке. Что это? Яблоки? Желуди? Ну ладно. Пойдем до желудей. О, это палочка. Весло. Весло можно драться, но у меня я лучше возьму все-таки весло. Сейчас только выкину что-нибудь. Сейчас что-нибудь из этих палок. Не-не-не. Вот так вот. Все, теперь у меня есть весло. Я буду этих птиц валить. Получается. Крылья куса стоят нисколько. По идее, они вообще мало стоят. Если я не ошибаюсь, конечно. Он на том острове, кто-то по-любому должен быть. Наверное, там кто-то есть. Как туда доплыть, так и не знаю. О, крабики, их надо поймать. Офигенный. Теперь этот, иди сюда, где ты? Он убегает. Он убежал. Отстой. Ну и чё, мы сможем справиться с этим? Вот этих, короче, уродов надо завалить, походу, да? Но они довольно мощные, блин. Чёрт, я сдох. Сейчас они ко мне приплывут, кажется, да? Ну, давайте, приплывайте. Нифига не сына, вот их ударили, бляха. Вот это попадос какой-то. Что мы будем делать?
скрытность, конечно, есть, но они все равно меня видят. Даже очень быстро. Я готов к ним. Стреляет. Один готов. Уходи еще. У них мощное оружие. Одного краба съесть. Остался последний. Я должен победить. Выпьем молоко. Еще чутка. Подходи, гад. Ну же, блядь. Он только не может что, плеваться, что ли? Он только и делает, что плюется, гад. Сейчас я попробую. Не-не-не, только не кидать. Есть, готов. Ура. Драконья бокоблица. Ну и все. А там мне и доплыть до туда. Слишком далеко. Может, мы справились с мини-миссией, интересно или нет. Бокоблица. Бокоблица. Так, это кто? Это крабы. Зеленый. Еще один. Сюда иди. Давай, что-то скрытница. Неплохо. Можно ее съесть. Она мощно дает аппетит. Я думаю, на этом все. Ребята, если вам понравилось летсплей, ставьте пальцы вверх. И увидимся в следующий раз. До новых встреч. Всем пока.